Для чего и на чем поднялась звезда, кроме всех неладных скупых камней? В этой крепости лучшего нет труда, чтоб стоять за нее или вместе с ней. Если день продержались, и то не зря, для того и удача нужна войскам. Господа офицеры, да что терять, кроме этого неба? Это нам не сходить со своих высот. Может, мир и считает до четырех, но за горкой пехоты под 40 сот. Это нам не вникать в переблеск интриг и не верить излишне красивым снам. Может, где-то Создатель хранит талик, но граница талика досталась нам. Чтоб смотреть на закат и крутить усы, ожидая, что завтра другой рассвет будет брошен войной на ее весы. И останется драться и победить, для того, очевидно, сюда пришли. Господа офицеры, кому судить, кроме этой уставшей родной земли? Fight! 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 F
Thank you.